Правительства Приморья и ДВОРАН договорились о сотрудничестве. Теперь научные достижения будут применять для социально-экономического, демографического и национально-культурного развития Приморья. Нам много еще предстоит сделать, поскольку действительно сейчас наступило такое время, когда должна быть вот такая жесткая связка между наукой и производством, когда мы должны действительно внедрять какие-то новые разработки на территории края, и все это должно способствовать развитию экономики края. Мы искренне надеемся, что результатами наших совместных усилий станет радикальная модернизация перспективных технологий, появление новых секторов региональной экономики. По словам первого вице-губернатора, ключевым направлением станет сфера судостроения и морского транспорта, как в импортозамещении, так и в передовых технологиях. Важным остается экологический контроль и безопасность, и мы активно обсуждали этот вопрос с участием научного сообщества, и мы все понимаем, что действительно наши компетенции здесь, дальневосточные компетенции, должны здесь сыграть свою роль. Есть соответствующие поручения на федеральном уровне. Также председатель правительства вручила благодарственные письма губернатора Приморского края за активную гражданскую позицию и успешную деятельность Сергею Крыжановскому и Роману Ромашко. Напомним, президент России Владимир Путин поддержал создание в Приморском крае климатической лаборатории на базе ДВОРАН. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.